Сегодня я порадую вас хоровой песней, хоровой музыкой. Выступят два известных, очень интересных своей музыкой, своими голосами хора. Первый я хотел представить хор «Логос», известный хор московский, под руководством Алексея Покровского. Прошу похлопать, очень интересно. Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе! В этом замечательном и уютном зале для вас поет Московский мужской камерный хор «Логос», художественный руководитель и дирижер, лауреат международных конкурсов Алексей Покровский. Наш концерт проходит в дни празднования Светлой Пасхи. Повсюду звучат пожелания добра, счастья и любви. Наш коллектив сердечно поздравляет вас с этим замечательным, всенародно любимым праздником, с праздником Светлой Пасхи. И открывает нашу программу «Духовное песнопение» «Палеолеос». Запись и адаптация Губина. Душе моя.
Воспряни! Солисты Алексей Покровский и Максимилиан Чихачев. Христе,
Душевные, популярные русские народные песни. В обработке Сергея Шарова вы услышите русскую народную песню «Эй, ухнем».
Следующая песня повествует нам о нелегкой судьбе сибирских мужиков. В 1852 году нашли тело замерзшего во время долгого сибирского перегона ямщика. В сумке его обнаружили рукописи стихов. Имя автора – Иван Макаров. Спустя год после публикации в народе стала звучать песня «Однозвучно гремит колокольчик». Обработка Александра Свешникова, солист Виктор Кимберг. Самых популярных персонажей русского народа. Легенды о нем записаны во всех южных и центральных губерниях России, от Смоленской до Саратовской. Но, увы, ни одна из этих историй не проливает истинный свет на тайну жизни великого верховодца и вожака. И сейчас, в исполнении нашего хора и солиста Максима Пирадзе, вы услышите нашу версию легенды о 12 разбойниках и кутеяре-атамане.
Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Едет лапушка по проселочку.
комнату месу до катарщи. Ой, 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 голубка моя, ты голубка моя, старику на судака, что мы юшка была. Ой, юшечка, да с петрушечкой, поцелуй ты меня, куманушечка. Песни донских казаков. Не для меня придет весна. Солист Максимилиан Чихачев. Песня времен Первой мировой войны прозвучит для вас в исполнении нашего хора. Мы смело в бой пойдем. Слышали тебя?
смело в бой пойдем. Кровь молодую мы смело в бой пойдем, за Русь святую и как один прольем. Кровь молодую вечная память. Песни о Великой Отечественной войне, песни, опаленные войной, песни нашей победы. Звучит патриотическая песня «Священная война». Вставай, страна огромная, вставай, наследный бой, с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как война идет, война народная, священная война. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет, война народная, священная война. Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет, война народная, священная война. Не смеют крылья черные над Родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет, война народная, священная война. Встает страна огромная, встает на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет.
идет война народная, священная война. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Музыка Матвея Плантера, стихи Александра Коваленкова, «Солнце скрылось за горою». Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорога степною шли с войны домой советские солдаты. А дорогою степною шли с войны домой советские солдаты. А жары слово зноя выгорали, и свое знамя боевое от врагов солдаты сердцем заслоняли. Свое знамя боевое от врагов солдаты сердцем заслоняли. Константина Листова «У землянки». Солист Виктор Акименко. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. Тебя не шептали, пусть.
заключении нашего концерта мы хотим исполнить известную и популярную песню Дмитрия Васильева-Углая «Проводы». Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. Ах, куда ты, паренек, ах, куда ты? Не ходил бы ты, ванек, во солдаты, не ходил бы ты, ванек, во солдаты. Красные армейщики чай найдутся, без тебя большевики обойдутся, без тебя большевики обойдутся. По неволе ты идешь, ань, сокол ты, эх, ваня-ваня пропадешь, ни за что ты, ваня-ваня пропадешь, ни за что ты. Мать самая по тебе посидела, эх, в поле и в избе сколько дела, эх, в поле и в избе сколько дела. Учреждений прежних дел и помине, лучше ты женился свет на арене, лучше ты женился свет на арене. Мужской камерный хор «Логос», художественный руководитель и дирижер, лауреат международных конкурсов Алексей Покровский. Браво! 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 Для вас спели басовая группа Максим Катагаров, Денис Морозов, Алексей Покровский, Максим Пирадзе, Максимилиан Чихачев, Ильфат Баеситов, Андрей Зотов, Роган Лёв, искренне ваш Виктор Акименко. Я хочу от нас всех поблагодарить замечательный коллектив, что они показали нам принципе хорового пения, сделать маленький подарок по этому месту в честь Зачатовского монастыря, где мы находимся, чтобы они помнили о наших вечере и помнили о ветеранах, о нас. Огромное вам спасибо. 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 До новых встреч. Нет. Если не устали, продолжаем. Сейчас выступит хор «Анимат» под управлением, руководством Андрея Драгунского. Замечательный хор, мужской и женский. Я прошу его поприветствовать. Кто устанет, пожалуйста, выходите. У нас здесь домашний концерт, все по-домашнему. Будем запустить тяпнуть, ну, сами знаете. Андрей Драгунский.
начнем с произведения Николая Делецкого. Это произведение 17 века из литургии «Единородный сын». Oh.
Thank you.
Следующим номером нашей программы русская народная песня. «Уж как пал туман». Солист Евгений Спилин. Ура, девица,
лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, за лесью, за лесью. Распашу я поженку, поженку. Мигами, стали. Мадуго, 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 мадуго
Yeah.
чтоб нам уйти, не долюбив от наших жен, от наших них. Но с каждым шагом в дом мою нам ближе в дом, в родном краю. Я мать сама, вот он.
вас замечательное произведение. Автор Ирина Денисова. Называется произведение, название у него всего-то навсего. Прежде чем мы его споем, мне хотелось бы вам прочитать буквально 4 строчки из этого произведения, прямо просто, чтобы вы понимали, почему мы его выбрали. Всего-то навсего полюби, сердечком, свечечкой засветись. Тогда, как рыба в ночной глуби, вверху увидишь иную высь. Солистка Евгения Кузнецова. Всего-то навсего,
Просили всего-то навсего, мы с удовольствием прогреем.
Скажу, раз уж мы так повторяем, да, произведение, мне хочется еще сказать такую вещь, что написала его Ирина Денисова, ее это имя в миру. Она монахиня сейчас, монахиня Иулиания, служит она в Белоруссии, в Минском монастыре, и это произведение написано для не просто хора, а поют сестры-монахини, вот эта фраза всего-то навсего, это поют монахини-сестры, и праздничный хор Минского монастыря исполняет все остальное. Просто чтобы вы понимали, кто писал это, почему вот так вот написано. Надо подпевать. Вот она же руководитель. Всего-навсего, да. Можно она же руководитель хора в этом монастыре и пишет замечательную музыку. У нее очень много сочинений. Вот одно из них мы еще раз для вас выучим. Всего нам всего, 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 всего нам всего
большое за внимание. И в заключение нашего выступления мы по традиции хотим вам пожелать много лет.